Сегодня в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций состоялся конкурс на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот. На территории нашей республики разыгрывались две частоты. В конкурсе участвовала Национальное радио Чувашии, получившее право вещать на волне 95.9. И мы сумели взять одну из частот, и наша частота, на которой, ну, не совсем в ближайшее время, но мы начнем вещать в городе Чебоксары. Это очень долгожданное для нас событие. Было достаточно сложно, но, тем не менее, мы справились. И впереди предстоят нам очень много технических моментов с этой частотой получения лицензии. Но я думаю, что там в обозримой перспективе жители города Чебоксары и Новочебоксарска услышат национальное радио.